расскажу, что надо говорить. Первое, когда вы наступаете на общение с клиентом, у вас в голове должно быть, у вас, в первую очередь, в голове должно быть понимание, чем вы лучше, чем сосед. Чем вы отличаетесь от него. Потому что часто я дизайнер, любите меня. Во-первых, я хороший, а во-вторых, достаточно того, что во-первых. То есть вот стоит обычно, ну, как сказать, в таком режиме вы встречаетесь, кроме внутренней коронной красивой осанки, вот, но на самом деле вы не так много говорите про себя. Это может быть это образование, это может быть какие-то курсы, это может быть какой-то стиль, это может быть ваша личная история, это может быть уже готовые кейсы, публикации и так далее. То есть у вас должен быть список, по-хорошему вы должны просто физически составить. У кого есть список такой? Несколько буквально человек, десяток, наверное, кто составлял список, чем он лучше, чем сосед. Все остальные каждый раз вспоминают или думают в этот момент. А надо быстро, без запинки, уверенно отвечать клиенту. Вы тратите драгоценные секунды, где рождается к вам недоверие. Вот, потому что вы не бегло отвечаете на этот вопрос. Следующий момент. Если у вас есть список, тогда вы можете уже общаться с клиентом.